И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димончик и классное настроение. Сегодня вы увидите очень классную карту, это заброшенная космическая станция, будем ее изучать, и нам все сказали, что здесь очень много аниматроников, и мы будем их находить. И, Димон, что будем им делать? Убивать. Убивать. Совершенно верно, ребята, мы начинаем, пошли исследовать. Это у нас вообще карта новенькая, и Димон говорит, я нашел очень классную карту, и вот мы ее исследуем, смотрим, что Давай смотрим начало, мы какие-то тачки у вас. Подожди, а где ты? А, вот, да. Смотри, какая. Кабоб у нас тут, как всегда, самый такой веселый парень. А ну дай на твое еще лицо посмотрю. Мне так нравится, когда на меня смотрю, я угораю. Ребята, это просто классно, конечно. Ну все, пошли. Пойдем. Здесь у нас получается как такая контейнер. Ломаются ящики? Да, ящики ломаются, а в ящиках ничего нет. Он мульту ашар запустит. И убежим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оно тебя не убьет, он меня только может убить этот шарик. Димон, тебя придавило. Так, заходим. Смотри, Димас, куда я поднялся. Иди сюда. Иди ко мне. Это же прикольно. Оп. Фонарь включим, потому что здесь немножко тускловато на этой карте. Я профессиональный паркурист, все знают. Нет, там, Димон, ничего интересного нет. Мне кажется, все таки интересное, все там за дверью находится. А нет, это вот склад какой-то. Да, я понял, это как бы такое, как спаун. Ребята, если знаете, откуда это транспорт, и вам напоминает какую-то игру, напишите в комментариях, именно какую игру это напоминает вам. И вот эти двери тоже. Или можно сказать, не какую игру, например, а с какой игры это? Димончик, ты где? Так, там где сверху. Не пугай, я думал, я уже сам остался. Пошли. Так. Растения растут, видно, чтобы воздух очищало. Смотри, Димас, смотри, иди сюда. У меня здесь розовые текстурки. Ну, хотя она все подписалась, но ничего страшного, она геймплей не играет. Геймплей. Так, здесь у нас компьютеры, показывают какие-то датчики, температуры. Это генераторы, видимо. А ну можно нажать здесь что-то? Как всегда хочется понажимать все кнопки мне. Нет. Давай, ладно, пойдем. Ладно, пошли дальше. Ничего такого нет. В принципе, ничего нового. Здесь что у нас? Здесь у нас туалеты. Самое любимое место, где мы всегда исследуем. И мне привычка все прям туалеты открыть, посмотреть, да. Как я думал, все. Двери так они как будто. Место классно, и все туда ходят. Угадайте, что это? Так, выходи. Давай выходи. Еще тут исследовать дальше. Угу. Так, наверх пойдем. Начинаю записывать, нос какой-то у меня чешется. Такс. Здесь у нас что? Туалет. Туалет. Это у нас второй этаж, и туалета очень много. Видно, большое здесь очень служащий персонал. А это выход на ставан, да? Вот это, да? Да-да-да, это наверх. Бежали. Здесь что у нас? Казарма. Казарма, да, кстати. Двухъярусные кроватки здесь стоят, все классно. И душ. И душ. О, тут душевой, смотри, как пара много. Я не вижу, где ты? Сейчас иду. Вон, душевой, смотри, как пара. О, да. Маленькая. Так вот, души сами не работают. Ой, я чипсы хочу купить. Как мне купить чипсы? Нам написано, нифига мы вам не продадим. Я шучу. Оно работает вроде бы. У нас нету денег. Откуда у губки Боба денег? Ну, он же на мистера Крабса работает, у него совсем денег нету. Так, откуда мы пришли? А, мы... Ой, я уже заблудился здесь. Давай. Давай сюда. О, столовка. Да, похавать придем. Будем сейчас кушать. А здесь, это, получается, здесь холодильник. Так. Тихо и спокойно у нас. Пицца! А если где-то есть пицца, значит где-то есть и аниматроники. Очень сильная связь между этим. Они кушают пиццу. Ага. Так. О, здесь как будто получается лазарет у нас. Да. Медицинская комната такая здесь. Здесь тоже как пар такой. Здесь холодно, я так понимаю, да? Ха, не закрывай меня, уже боюсь один оставаться. Угу. Я к этой штуке подошел, она мне на лицо, вот так вот прям, ребята, выпрыгнула. Вы сами все видели, я такой, блин. Чего я так боюсь эту марионетку? Так. Так, Димон, я к тебе бегу. Блин, не я хочу один оставаться, я боюсь. Зашел. Я боюсь. Я в ангаре каком-то. Тихо-тихо, а куда ты? Я не знаю, где ты. Давай иди на первый этаж, вот. Я на первом этаже, вот я. Фух, я тебя увидел. Блин, страшно. Ну да, смотри, тут все. О, смотри, планета.
Угу. Что-то изучают. Угу. Вроде бы все спокойненько. Вроде бы да. Пошли, пошли, пошли. Так, вот здесь ангар, кстати, я сюда как-то очутился. Показываю ангар. Звездолёт. Вот тут космолёты классно, надо поуправлять таким. Ребята, можно в следующей серии, можно возьмем космическую карту и полетаем. Посмотрим, как получится. По расписанию у нас. О, это чё? Да. Мы куда-то телепортируемся, не? Костюмчики здесь, наверное, подаются. Угу. Такс. А вот и второй этаж. А вот и второй этаж, так он манюсенький. Блин, классная станция, вообще огонь. Ну, я здесь уже заблудился. Мы где были, я не знаю. Да тут можно, если вот так между собой я уйду от тебя, то мы все, друг друга будет очень тяжело найти. Главное, чтобы аниматроники нас не разделили. Нам потому нужно... что уже такие случаи нас бывали. О, здесь мы не были. Офигеть. Классно. Здесь кусты у них растут какие-то. Они здесь... А, это сады. Да, это получается, это выращивают. Для того, чтобы очищало воздух на этой станции по любасу. Да, и да, тут. Так, побежали. Да, прикольно здесь все сделано, не спорю. Очень натуражненько. Да. Тут что-то тоже должно быть. Классную карту ты нашел, не спорю. Офигенно, тут, короче, этот круглый стол. Они рассуждают. Офигеть, смотри, здесь кого-то разыскивают. Ну да, здесь вон компьютеры какие-то ошибки выбивают. Это случилось на этой станции по-любому. Да, что-то тут неладное, видишь? Его ее схватить. Неладное, аниматроники всех сожрали. А вот здесь у меня ророчки пробиваются, хотя на все подписаны. Можно было еще перезайти, нет, такое тоже возможно. Нет, я уже перезашел. Так, здесь у нас тоже прикольно все сделано. Что-то внизу. Да не по кругу мы пройдем. Вот здесь мы не были. Блин, тут все открывается. Вот комната мягкая. Ты догадываешься, для чего эти комнаты сделаны? А ну-ка. Типа... О, тихо! Димон! Валим, сюда. Димас, давай блин. сюда. Давай, уходим. Да что ж ты нас в тупик привел? Блин. Уходим, Димончик, это страшно. Тихо. Вау. Ооо. Получается, как командирские кресла, что ли, или что это типа у нас? Нельзя сесть в них поуправлять? Было бы прикольно. Я бы хотел. Прикольно, вообще классно все сделано. Прям чувствуется... Кто, Димон? Не жанчик? Я открыл дверь, там она. Бонни это точнее. Тихо. Никого нету. Ты где? Никого. Я на том же месте остался, только я... Давай я вниз спущусь. Ой, далеко мне выходить придется. Но я найду тебя. Я бегу. Я бегу, возвращаюсь назад. Так. Все, я здесь на первом этаже. Вот я, вот сзади тебя. Я тоже. Вот, иди сюда, Дима, отметь, что ты нашел. Ну, это эти просто, где такое еще можно было увидеть. О-о-о! Костюмчики доктора Фримана? Класс. Не спорю. Так, а тут что у нас? Наша цель убить аниматроников. Нам зачистить надо эту станцию. Мочи его. Есть. Давай, первый пошел. Бонни ушел. Есть. Боньку сложили. Так. Бонька нас и доставал. Меня. Все, первый ушел, ребята. Мы начали их мочить. Так что давайте, ребята, высовывайтесь. Аниматронюшки, давайте, мы вас не боимся. Если честно, я боюсь. Они так сильно пугают, я очень боюсь. Ой, меня пугало, там кто-то за углом был. Станция пустая. Что-то я сам не хочу уходить. Всю станцию перепить. Я с тобой. Я не хочу сам уходить, мне страшно. Мы, кстати, вроде бы всю станцию осмотрели. Угу. Нет, второй этаж я еще не весь осмотрел. Давай, пошли. Нет, это столовая. Подожди, мне что слышал отсюда за дверью? Бонни воскрес! Бонни воскрес? Можно притвориться мертвым? Такое можно? Кстати, возможно. Может, у них уже новая функция притворяться мертвым, а потом нас фигачить со спины? Подожди. Я немножко растерялся. Да ты где? Так, я здесь, где-то здесь. Я здесь вроде бы. А, это туалет. Да. На втором этаже? Не, на первом.
Я так понимаю, двери потом закрываются через время, да? А ну-ка. Я на первом, давай. Я тоже на первом. Вот. Фух, о, встретились. А? Вот Бонни, Бонни. Давай его убьем в этот раз. Ой, я его фигганом хочу убить. СНГ, СНГ рули, давай. Ушел Бонька. Добиваем его. Теперь его точно надо убить. Давай его труп возьмем, потом выкинем. Бери труп, пошли. Спанч Боб, неси его. На эксперимент. Это так прикольно смотрится, ложи его. Все. Тихо. Он исчез. Все, он умер. Ну, надеюсь. Еще Фредди и Фокси. Самые такие важные персоны, которых надо зачистить. Тихо. Опа-на. А ну, за кем она агрится? А ну-ка. А, за мной. За мной, за мной, за мной, за мной. Тихо. Чекушка, не трогай меня. Я ее боюсь. Есть. Сложили. Блин, тоже ее утащим? Да. Давай. Это так смешно звук, когда ты их тягаешь. Спанч Боб сегодня у нас очень злой. Он на них разозлился просто очень сильно. Так. Что, я ее в туалет смыл. Все, закрываем туалет, пусть там и сидит. О, она исчезла. А я ее смыл, потому. Ты ее смыл, я понял. Тихо, Балум. Где он? Где-то тут. Я услышал вроде здесь где-то. А, сзади меня там какая-то штучка нелюбимая. Марионеточка. Беги! Тихо, тихо, тихо. Я боюсь, беги, 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 куда-нибудь беги. Там отчет этого баллона. Ни о чем. Блин, живой остался. Уходи, баллон. Мы тебя не любим. А, граната. Есть. Есть, есть, есть. Баллона сложили. Это сегодня мы легко их валим. Сейчас заметил? Разложится здесь. Удобряем, короче, цветочки. Ой, не хотел по тебе попасть. Говорится, перекрестный. Добиваем его, добиваем. Баллон не повезло сегодня, больше всего досталось. Все. А, мангл, мангл. Где? Ползучий. Он там был за углом, его. Я залез вовремя. Тихо. Тихо. Ну, меня не трогает никто. Так. Тихонько, тихонечко. Я боюсь. Тебе. Я боюсь. Я здесь, ты не видел меня? В казарму, идем в казарму. Пошли, 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 пошли. Фонарик. Фонарик. А ну можно сюда запрыгнуть? Все, Димон, смотри, где я. Я, короче, буду отдыхать здесь. Все, я отдыхаю. Фредюшкин! А, его нету. Его нету. Он на тебя агрится, мне не трогает. Блин. А? Почему ко мне не пристали? А, тихо. Пройди. На тебе. Да чё за фигня? Они тебя любят. Они, видно, очень любят Спанч Боба, как и я. Да. Спанч Боб, Спанч Боб, Спанч Боб. Ну чё, ты разозлился, дробаш уже, вижу, взял, да, Мощнецкий? Да. Валим их. Ты видишь кого-то? Я не вижу. А! Димас! Блин, я её так люблю. Всем сердцем и душой. И ребята. Испугала меня, не... когда неожиданно пугают, это очень страшно. Когда ты ожидаешь, не... Ну, ты понимаешь... Он перед тобой был. Жестяк. Уходи отсюда, ты ни о чем. А! Есть. Домашнего. Его. Как серьезно, ну, по голове. Вообще не работал даже тогда. Зачистка почти, прошла успешно. Почти зачистили, но еще не зачистили. Еще не зачистили. Кто еще остался, Димончик? Жее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 еee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 e
Понятно. Мелкий, блин, пузатик меня кусает за жопу. Я не успеваю ничего делать. Ты че кусаешься?
Соплячочек, где ты? Да мы тебя сейчас тут растрепаем. Пухи про... Напугали меня. Давай помогу тебе. Есть. Добиваем, добивочка. Куда ты его отнесешь в этот раз? Давай его в контейнер. Потом в открытый космос его выкинем. Димон, он выскочил назад. Не хочет умирать. Где он? Где он? Там? Выкинули мы. Выкинул его на мусорку. Блин, как мне спуститься? Тихо! Мы же его убили, Димон! Не до конца. Мочи его! А теперь до конца. Теперь что, уже дружище? Точно. Передавай привет на том свете. Короче, с ним взяли друшлаг, ребята. С ним блин, на помощь пришел. Короны просеивать. Сзади. Тихо. Мочим ее. Не отворачивайся, она тягрится. Димон, не отворачивайся, просто мочи ее. Ну-ка. Есть. Добивочка, как всегда, у нас контрольная. А, получается, мы убили Фокси, Чику, Фредди. А маленького Мишку, который за жопу меня кусал. Боним. А? Да, мелкий еще где-то. Да, еще мелкий где-то прячется, мы его еще не убили, надо его найти. Давай, по-любому. Он где-то, наверное, прячется в каком-нибудь месте, где много предметов, наверное, скорее всего. Да, он по-любому будет прятаться, потому что когда он один, он уже не такой деловой. А его тут нету в клетке? Было бы прикольно его в клетку сюда посадить. Димон, как я предчувствовал. А! Он меня за жопу кусает на спауне. Чё такой кусучий? Я его боюсь, я боюсь на землю. Слазь! Плюш-трап. Да, Димон, плюш-трап, так и называется. Блин, он маленький, ну так на лицо прыгает. Это мурахи по телу. Вот. Да ну ё-моё, вот и о чем я и говорил. Димон, там мочи ты его. Где он? Бегай, он исчезает. Он самый, получается, жесткий пацанчик здесь. А мы тебя сейчас найдем. Блин, я его боюсь. Вот он. Вот он. Где он? Тихо, 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 Димон. Надо оглядываться по сторонам. Смотри внимательней. Блин, блин, блин. Он прикольный чувачочек. Он исчез опять. Он такой быстрый. Но я ему урона немножко нанес, и уже он не такой деловой. Тихо. Оп, я запрыгну сюда, встану. Я его убил, все. Все, ты его убил? Да. Красавчик, Димон. Это что, это получается мы всех убили, точно? А эндоскелет еще остался, ты что? А где он? Кстати, это самый жесткий. А где может эндоскелет быть? Где, наверное, склад какой-то или что? Может, там он где-то есть? Да, он где-то на складе должен быть, железячкой. А где склад? Я уже растерялся здесь по карте. Не здесь, не здесь. Хотя он может где угодно быть. Мне кажется, он здесь будет, потому что все-таки здесь такие вещи. Он, наверное, около костюма. Тихо. Ну-ка. Где-то, наверное, здесь должен. Может прятаться где-то здесь за углом. Сейчас мы его найдем. Тихо. Да, мы нашли где. А! Он за тебя был! Димон! Вот это он нам дал проспаться! Тихо! Тихо, тихо, я его смотрю! Димон, мочи его! Просто мочи его! На тебе! За то, что нас пугаешь! Мы тебя не любим! Есть! Ух, мы это сделали! Это было прикольно! Блин, ну ребята, мы сегодня всех убили аниматроников! Блин, это прикольно было! И, ребят, ну что ж, если вам понравилась эта серия, ставьте палец вверх, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь, комментируйте. Всем хорошего настроения и всем пока!